Добрый день. Сегодня мы сравниваем новую модель Husqvarna 120 Mark II и модель предыдущего поколения Husqvarna 236. Фактически данная модель пришла на смену этой модельной линейки, и внешние пилы практически не отличаются. Как вы можете увидеть, одинаковая режущая часть, одинаковая система подкачки, одинаковая система холодного запуска, одинаковый тормоз от вертикального соскальзывания, одинаковая система крепежа шины. В общем-то, все схоже. В данной модели, в отличие от 236, разрешенная максимальная длина используемой шины 45 сантиметров. В 236 это было 40 сантиметров. Соответственно, здесь мы получаем двигатель, который немного мощнее, всего на 200 ватт, но тем не менее мощнее. При этом объем бака уменьшился. В данном случае бак 150 мл. В 236 модели он был 200 мл ровно. На 120 модель установили более современный двигатель и более современный карбюратор. Благодаря этому данная модель относится менее критично к качеству отечественного топлива. Вес 120 пиле увеличился на 150 грамм. То есть эта пила тяжелее предыдущей 236. Новая модель будет производиться все в ближайшее время, в то время как 236 сходит с конвейера. При этом все фамильные качественные черты сохранены в этой модели. Плюс, естественно, несмотря ни на что, несмотря на инновации в двигателе карбюратора, эта модель осталась в той же ценовой категории. Во всем остальном эти модели абсолютно идентичны, и я надеюсь, что эта модель будет вас радовать столько же лет безотказной службы, как и предыдущий вариант. Смотрите наше видео, подписывайтесь на наш канал и обязательно заходите на наш сайт.